Бубль-гум от пивоварни Лис. Вот такую дичь я приобрел в крафтовом магазине аж за 290 рублей. Целых 0,33 меда вот в такой вот бутылке из-под растворителя с криво наклеенной этикеткой. Пивной напиток Special L6. Вода, солт, пивоваренный, мед, сироп, бабл-гам, дрожжи. При этом производитель утверждает, что сделано это все по ГОСТу. Отклеив этикетку, я увидел ржавый шов и, честно говоря, начал сомневаться, что вот в такую вот тару из-под ВДшки можно наливать пищевые продукты. Пить, честно говоря, уже стрёмно. Кроме сильного запаха вот этого вот сиропа бубльгум, чувствуется, что сюда примешан аромат поганого ведра, который деревенская бабка, случайно или нет, выплеснула вам под ноги. По вкусу дешевая конфетка бубльгум, которую растворили в воде со спиртом. Кстати, в воде очень четко присутствует металлический привкус. На послевкусии просто спиртовая брашка. Мне кажется, вот за такой вот высер нужно собрать совет пивоваров вокруг костра, чтобы они коллективно вынесли решение об изъятии уставных документов у пивоварни Лис Брювери.